Поме? Что ты там, хочешь поме? А мама не включила камеру. Думала, что все записывает и ничего не записывает. Вон дождь у нас какой хлещет. Саня открыл. Молодец. Ой, пятизолы, я тебя держать не могу уже. Ну стой, это мы, всем привет. Мы будем одеваться. Вот такая тяжелятина у меня. Вот такая тяжелятина. Вот такой мой золотой ребеночек. И пью. Дождик идет. Дождик. А сына хочет кушать яблочко. Пум-пум-пум. Ням-ням-ням. Мое золото, счастье мое. Вот оно счастье. Даже если... Да, дождь идет. Даже если времени много занимаем, все равно... И трудно, и тяжело иногда. Все равно самое счастье – это вот эти носки. Сейчас я всем. Иногда бывают очень продуктивные дни, как сегодня. Я сегодня записала 3 видео. Одно смонтировала. Выгладила кучу белья. Сварила. Вот сейчас побегу еще ужин делать. То есть есть такие дни, когда, ну не знаю, ты, наверное, включаешь какой-то моторчик и все. А есть такие ленивые, ну не ленивые, а когда, наверное, все не складывается. Но сегодня у меня Сашенька проспал, конечно, 2 часа. Последнее время он спит недолго в обед. И когда он спит недолго, ничего не сделаешь. А когда вот спит, то хорошо. А сейчас быстренько все белье сложу и побегу ужин готовить. Всегда голову ломаю, чтобы приготовить. Наверное, буду рыбку делать с кабачками. Вот какой день. Солнце, ну холодно. Очень холодно. Черемха. Наша все в цвету. Не хватает ей, конечно, тепла немножко. Это мое оливковое дерево. Наросли тут всякие. Я мужу подарила, оно было вот такое. А сейчас уже вымахала. Пойду спущусь, рыбку посмотрю. Поставила рыбку в духовку. Вчера ее замариновала. Наверное, это кабейо. Треска по-русски. С кабачками, с сыром. Сейчас. Будет вкусно. Убавим немножко. 2 минутки осталось. Сегодня чистый четверг. Так что буду снимать влог и хозяйничать по дому. Белье, как всегда, и все такое прочее. Оставайтесь со мной. Вчера утром на столе нашла вот этот пакетик от Шанель. Муж мне иногда делает маленькие сюрпризики. 26-го обычно, так как 26 число – это день нашей встречи. И вот 26-го каждый месяц, или ну не каждый, он мне приносит какую-нибудь приятную мелочь. Сейчас откроем вместе, что там такое. О, куча, как всегда, пробников надавали. Будем пробовать. Но пробники хорошие такие, дорогих марок люксовских. Люксовских. Шанель, Л'Окситан, Лантон, Шанель. Ой-ой-ой, не поскупились в этот раз. Нифига себе. И что здесь? Верни Лантеню. Называется 514 цвет, рубашка. Он мне сказал, что зашел в магазин. Вы знаете, мужчины, так как я перестала наращивать ноготки, сказала, делаю гель-лак. Он пришел и сказал, что я делаю гель-лак. Консультант ему сказал, вот новый лак Шанель, гелевый. Ну, мужчины, им что гель-лак, что гелевый лак. Это же для них одно и то же. Ну, приятно в мою коллекцию. Посмотрим, будет дольше он держаться или нет. Сейчас его открою, посмотрю.
А вот такой у него цвет. Темный. Сейчас, наверное, какая-то коллекция темная. Такой вот он баклажаново-черный. Как баклажан такой темный прям цвет. Да, этикетка баклажановая. И называется рубашка 514. Интересный такой цвет. Коричнево-черно-баклажанный. Попробуем. Спасибо, мужу, приятно. Посмотрите, как интересно. Даже у Шанель, так сказать, кризис чувствуется. Раньше все лаки были. То есть написано Le Vernis Nail Color. Сейчас только Le Vernis Nail Color исчезло. И всегда было название. Какой лак? То есть номер и название. Сейчас ничего нет. Просто Шанель. Сзади написано, а здесь ничегошеньки. Да, на краске, наверное, экономят. Всем большой привет. Покажусь вам немножко. Хотела вас поблагодарить всем, кто написал мне по поводу волос. И на самом деле масла очень помогают. Я наношу масла, ну, керастазы различные, по 2-3 раза в день. На кончики просто массирую. Так они сухие, они не жирнят кончики, а наоборот. И на ночь делаю маски. Так что у меня такое ощущение, что волосы оживают немножко. Очень рада. Всем желаю хорошего дня. Санька у нас поспал всего 1 часик. Это и хорошо, и мало. Час так быстро пролетает, что мама хотела все вымыть, все убрать, все сделать. Ну нет. Пойдем одеваться, Саш. Ну почему? Tu viens, on va s'habiller. Non. Tu vas jouer au lit? Maman, elle te dit au revoir? До свидания? Au revoir, chérie. Au revoir. Не хочет вставать. Au revoir. Au revoir. Au revoir. У меня трагедия. Кофе закончилось. Ой-ой-ой. Посмотрите. Муж должен был вчера сходить купить. А там забастовка поездов, так что не добрался он. И сегодня я без кофе, без капсул. И такое ощущение, что тебе кто-то по голове надавал, ты немножко такой вареный. Вот к чему зависимость приводит. Пью такое вот от Gerble, типа Chicorée. Не знаю. Также по-русски называется шикоры, не знаю, кофе вот такое, напишите, как называется. У него такой специфический вкус, что-то между кофе, какао даже, не знаю, чем таким приторным довольно. Ну, помол такой, как у кофе. Вот с молоком навожу, с корицей и пью, но это, конечно, не то же самое, но хоть что-то. Мы только что получили посылку от сестренки, от моей Сашеньки. Вещички из Zara. Вот так они упакованы, такие коробки. Вот такой пакетик. И сейчас будем смотреть, что там. Красотульки. Ой, какая красота! Жоли Варгарде. Потом вам покажу. Такие красотульки нам пришли от моей сестренки для Сашеньки. На лето уже. Одеваем мальчишку. Такие. Это Zara. Zara, Baby Zara. Такие вот шортики. Футболочка Summertime. И вот такие шорты тоже классные. Трикотажные, обожаю такие простые вещи. И такая маечка без рукавка. И штанишки на сейчас. Такие немножко, они можно и хорошо носить сейчас. Вот такой у нас пацан будет красивый. Спасибо, сестреночка родная. Целуем. Ура! Кофе приехала! Завтра утром будет хорошее настроение. Папа купил кофе. Ой-ой-ой. Вот как мы привыкли к кофе, что без него уже просто тяжело. Ну все, на этом буду заканчивать, наверное, мой влог. Сегодня чистый четверг. Пойдем сейчас мыться, Сашеньку мыть. И всем желаю хорошего вечера. До скорой встречи на моем канале. Ваша Светлана Франция. Всем пока!